Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются в длинные цепочки, линия жизни становится точкой. Строчки есть стишок за стишком, жьют свое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник полковник, моя свобода — это радиоприемник. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с тихим ветром наравне. Я свободен, наяву, а не во сне. А быть другим — это значит быть всегда одному. Выбирай, что тебе, сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, и в нее нет входа. Сода для того, чтобы чай был черней. Понятно, тогда и себе налей. А я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник в магнитофоне. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с тихим ветром наравне. Я свободен, наяву, а не во сне. Чай, папиросы, ответы на вопросы, допросы. Опять допросы, мой приемник. Односторонняя связь, тире и точки, арабская вязь. Я не могу сказать, но зато я слышу. Я видел, как крыса становится мышью. Это то, что не стеречь, как сильно не три. Свобода — это то, что у меня внутри. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с тихим ветром наравне. Я свободен, наяву, а не во сне.